для тех, кому интересно, ребята, у меня есть такая скотина малая, такая есть. Кошак, которого я спас 6 месяцев назад. Он у меня живет как царь сейчас. Мы за ним смотрим, кормим. Вот. Hello, Francis. Hello. Он у нас член семьи. Вот. Красавец. Да? Жрет у нас как... Он жрет как свинья. У него везде все вывалится с посуды, блин. Он у нас молодец. У нас тут занычка, блин. Сухой еды сейчас перед сном. Значит, моя не нравится, сухая лучше ему нравится. Понятно. Ну вот из жратвы хватает, блин. У него столько жратвы, что на месяц целый. Сухая, мокрая еда, какая хочешь. Вот. А ведь Франзе. Вот так, что он у нас король, блин. Сейчас молодец. На работу ездит у меня каждый день. С понедельника до пятницы. All right, Франзе. Yeah, good boy. Хвост лисицы, блин. Пушистый. Да, не мешайте мне, я точу, блин, хаваю, блин, тут. Так что отвали. Ну все, давай, Фронзе. Привет, ребятки. У нас час вторая сегодня. Будем затапливать коптилку. Вот она у меня стоит там, накрытая. Сейчас перчатки одену. Раскроем ее. Запалим. Будем пыхтеть часов 6 или 8. Коптилка, ребята. Я уже пробовал пару раз. Работает отлично. Что? О, будем чистить, зажигать. Обязательно почистить. Приправы, так сказать. Угольком затопим. Я сейчас чищу это все дело. Потому что стояло пару месяцев без рабочего. В рабочем состоянии, так сказать. Сейчас это все. Помоем. Чистим.
конь надрется, у нас сразу все отвалится, блин. Вот. Здесь смоем эти все химикаты, грязь. Затопим. Коптилку сам сделал. Газовый баллон, ребята. Ничего такого особого. Решеточка у меня сваренная. А? Затворка с ручки пивной. Тут у меня еще такая фигня есть. Texas full smoke ahead barbecue. So. Будем сейчас запаливать. Так, пару дровишек возьму. Это у меня кладовая, так сказать. Кладовая, блин. Целый день, блин. Интересно, влезет это или нет. А, ничего так еще. Shit. Запалим, запалим, и все будет чики-чики. Так, паровоз дымит, блин. Температура
за 100. Припотело все. Давно не это самое, не растапливал. Вот у меня такая дымовуха здесь сделана. С пожарного старого крана. Лет 80, наверное. Вот это контролирует, в общем, температуру и поток воздуха. Надо какую-нибудь палку взять. Надо сделать специально какую-то рукоятку. Все время нету ни на что. Это все, чтобы было. Пока температура поднимается, вот такая херня у меня, она вот так вот работает, красота. Мясо маринуется с прошлого раза, уже почти сколько? Часов 25 или 30 часов маринуется все это. Так что будем коптить, ребята. Кстати, надо просто его вынести на свежий воздух. Бляха, музыка это потому что YouTube опять будет пиздеть. He writes music rights, performance rights. Fuck that shit. О, ребята, посмотрите, какая красота, блять. Smoking G's. Look at that. Так, прикрыть его надо, потому что температура дофига уже. Чуть-чуть прикроем, сильно, блин. О, какая красота, посмотрите. Какая красота, блядь. Какая красотулька, блин. Посмотрите только. Так. У меня там второй еще полка есть. Можно пониже, чтобы температура повыше. Ну, мне не надо. У меня мяса так не сильно много. Так, куриные. Куриные грудки. Пускай нафиг коптится. О! Ляпотища. Все, будем коптить, блин. Ребятки, проверим, что у нас там. Температура повысилась. О! И, блин, красота. Сейчас ее перевернем. Красоту эту.
опилков добавим, они все пропитаны виски. Jack Daniel виски. Добавим, чтобы побольше было дыма. Ну, мясо будет пахнуть. Температуру понизить надо, потому что это почти 200 градусов. 200 градусов уже надо будет жарить, блин. Даже не тепло сказано. Вот смотрите, смокинг до 200 градусов, потом идет бейкинг, потом гриллинг, потом жопа уже, там уже адская температура. О, красота. Hello, Franzi. Yeah. Mom. Hey. Come here, you. Come on. Красавец. What are you doing there? Погодка сегодня классная, блин. О, красота, блин. Свининка. Курица. Говядина у нас. Говядину не готовил до этого. Посмотрим, как это получится в этот раз у нас. Вкусно, 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 вкусно. Курицу пробую, вкусно. Правда? Come. Try this. Yeah. Oh fuck, you like that? Hey. No? You want that? Hey. Nice. That nice. No. Oh yes, good shit. Ah. Good. Кошака у меня как у кабанюра. 6 месяцев. That nice, Franzi. Вкусно.
чуть-чуть, бывай. Good. Want some beef? Говядина, блин. Уже 2 часа коптится, блин, говядина. Вкуснятина, блин. А good? Не, не жрёт, блин, говядина. Подсыпали уголька, блин. градусов. Hello, Franzi. How are you? He's a good boy. Иди сюда, ты скотина моя такая. Жирная ты. Иди сюда. Не хочет. Хвостяра пушистый, блин. What's wrong with you? Good boy. Ай! Эй, Дюн! Хвостяра как у лисицы, блин. Так, ребята, уже мы готовим это дело. Почти... Сколько время? 5 часов. Готовим это 5 часов. Выглядит, конечно, красота. Так что... Не могу дождаться, когда будет. Все готово. Так, будем паковаться. Это уже все закоптилось у нас. Друзьям. Тоже друзьям. Тоже друзьям, а мне, а друзьям, а друзьям. Вкуснятина, блин. Франце! Пс-пс.
О, какое вкусное. Обалдеть. Так good. How should I make? Come there. Good boy. Ой, блин, биф какой вкусный. Обалдеть. Поедем домой, будем кушать. Тебе.